Великом Новгороде гостит Владимирский театр. Труппа прибыла к нам на гастроли. Накануне уже состоялась премьера, но впереди еще 4 вечера и столько же спектаклей. На гастроли в Великий Новгород приехала большая часть владимирской труппы, около 30 человек. В течение 5 дней новгородцы смогут увидеть 5 ярких постановок, лауреатов многочисленных конкурсов. Первым стал спектакль «Визитная карточка театра» Андрей Боголюбский. Мы не выезжаем на гастроли и не открываем гастроли ни одним иным спектаклем, а только Андреем Боголюбским. Это рассказ о князе, который, собственно, совершил переворот в русском государстве, первом некоронованном царе русского государства, российского государства. Это история нашей земли, Владимира Суздальской. Ну, это история и всей России. В спектакле есть и упоминание о Новгороде. Сегодня на новгородских подмостках пройдет спектакль «Молодая гвардия», рассказывающая о героических подвигах юных подпольщиков города Краснодона во время Великой Отечественной войны. Владимирские театралы представят новгородцам также и свою интерпретацию бессмертной трагедии Вильяма Шекспира «Гамлет». А в четверг затронут судьбу уже русского поэта Евгения Евтушенко. Основой для спектакля «На стыке времен» стали стихи, поэмы и автобиографическая проза творца. Возник такой спектакль, как «На стыке времен», где мы говорим о России, о пространстве России, о любви к России с болью. То, что сегодня исчезает, что мы, собственно говоря, патриоты нашей страны, и стесняться этого, я думаю, не надо. В завершении визита в наш город гости покажут спектакль «Старомодная комедия», романтическую историю о поздней любви двух людей. Все постановки владимирцев пройдут на сцене Новгородского академического театра драмы, часть труппы которого, в свою очередь, отправилась во Владимир представить свои лучшие работы.